Артем, слышь, мужик, треногу убери. Здорово, моя банда тазоводов. Это будет очень офигенный ролик. Это будет один из лучших моих роликов на моем канале. Ведь кто очень сильно внимательный, знает, что мое видео с задними фонарями является самым популярным на сегодняшний день. Там набралось где-то 4000 просмотров. И я хочу всех огорчить, потому что то, что я рассказывал там, вот на этом ролике, я не знаю, вот тут оно или тут, хз, где-то, короче, тут выскочит. Это все неправда. Не делайте так. Если вдруг кто не смотрел этот ролик, то знай, ты очень плохой человек, глянь быстро. В общем, я там сначала обтягивал пленку с помощью мамкиного фена. Нифига не получилось, вообще заломы, все плохо было. Нафиг содрал. Я покрыл свои стопы красным лаком фирмы Кудо. Я не знаю, что произошло. То ли баллончик фиговый попался, то ли фирма говно. Но, блин, 2 недели спустя красный оттенок полностью ушел. И что я вам хочу сказать, ребята, не делайте этого. И мне очень жалко, что посмотрело много людей, лайкнуло 130 человек, и по-любому пару человек это сделали и обломаются так же, как и я, потому что через 2 недели лак обесцветился, я был просто поражен, как? И только один подписчик мне написал, что Даня, так будет. Я ему не верил до последнего, пока сам не увидел, что реально цвет красный, он исчез, и остался какой-то еле заметный оранжевый оттенок. Ребята, простите меня, я не знал. Опять же, я оправдаюсь тем, что у меня не обучающий канал. У меня канал, где я вместе с вами что-то пробую и учусь. Поэтому, кто ошибся так же, как и я, простите меня. Представьте мою реакцию, когда я парился 2 дня. Клеил эту пленку мамкиным феном. Так долго, несколько часов парился, психовал. Потом лак долго наносил. А потом, прикинь, я подхожу к тачке, вот представь мое лицо. Я смотрю на стопы мои вот так вот. И понимаю, что где цвет? Где красный цвет? Вот такие должны быть трудности у нормального 19-летнего пацана. А не вот эти ваши городские. Я катку в доте слил. Вот, стопы не получилось. Вот это вот проблема. Сегодня мы, конечно же, сейчас будем все исправлять. Поэтому ты оставайся на этом видео. Сейчас мы все исправим. И зад нашей тачки станет снова офигенным. В тачке никто кнопку не нажал. Это реально фокус. Только не Ford Focus, Lada Focus. А я вас обманул. Тут только гироскутер, и то не мой. И перчатки, чтобы десятку толкать. Ладно, шутка. А ништяки у нас на задних сиденьях. Вот такую я только что пленочку взял, красную, дофига очень. И у меня есть фен, отжал его у бати. Снимаем наши задние фонари, хорошо, что мы и быстро съемные. Специально для этого комментария, у меня на этот раз есть водичка. Зашкурил я наши фары, сначала 400-ой, снял всякие там серийные номеры, вот эти вот циферки, буковки, потом 600-ой, потом 1000-ой и 2000-ой шкурочкой. Теперь все в огнях, готово к нанесению лака. Погнали! Высохли наши фары, простояли ночь в гараже, и результат просто офигенный, они шикарные. У меня даже появляются мысли уже ничего с ними не делать и поставить на тачку, потому что реально они как новые, офигенно получилось. Но меня не настолько цепляют стоковые тачки в хорошем состоянии, как тачки с какой-то изюминкой, с какой-то доработкой, которой ни у кого нет, как, например, красные стопы будут на моей десятке, поэтому... We'll be right back.
Все огонь, все в сборе, все уже на тачке. Чувак, ты просто обязан поставить лайк, потому что я вчера парился над этими фарами. 4 часа, реально, тебе не ослышалось. 4 часа я вкалывал и клеил эту пленку. Я хотел, чтобы было просто офигенно. И оно-то и получилось. И перед тем, как я покажу тебе ту красоту, братец, я хочу тебе сказать, что все нормальные пацаны, которые увлекаются этой движухой, уже подписаны на меня. Если ты тоже пацан, который любит русские тачки, да не только русские, а самое главное, просто любит их делать лучше, то жмякай эту красную кнопочку, можешь еще внизу в комментах написать типа «Здорово, пацаны!». Я пойму, что ты именно на этом моменте подписался, и я отвечу тебе «Добро пожаловать в клуб, братец!». А теперь смотрим. 3, 2, 1... А, не, это не тот фрагмент. 3, 2, 1. Ну что, братец, понравилось? Да, конечно, понравилось. 3 дня, блин, эту фигню делал. И получилось офигенно, конечно, понравилось. Но многие спорят, что клюшки были бы лучше. Но, братец, нет. Я делаю то, что нравится мне, а не тебе. И тебе так советую всегда делать, потому что у всех разный вкус. Всем нравится что-то свое. Кому-то клюшки, кому-то вот такие вот. Ну, а я тебе напоминаю, что дальше будет жарче. Дальше будут еще более дорогие штучки, еще более интересные всякие безумные доработочки. Поэтому жди, братуха. Заглядывай почаще на мой канал. We'll be right back.